Меня зовут Александр Свидерский, я активист района Хорошо-Мирники и хочу показать, как ГБУ «Жилищник» нарушает наши права как потребителей его услуг. Значит, вот есть ответ прокурору от юриста Зайцева, юриста-юмориста, где он пишет, что гриф секретности о положении внутриобъектовом режиме. Значит, у нас режимный объект получается у жилищника, хотя это нигде не сказано ни в ЮГРЛ, нигде. Значит, вот мы ни в уставе нигде не сказано, что он режимный объект. Вот. Смотрим, нигде этого не сказано. Так, теперь мы смотрим контракт по ЧОПу «Титан», которого нанимают для охраны. Значит, вот это у нас 24-25 год. То же самое касается и 22-23 года. Значит, тут прямо написано, внутриобъектовый режим – это порядок, устанавливаемый заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны, обеспечиваемые совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требования пожарной безопасности. Значит, нас должны уведомить, как проходить, да, какой режим и так далее. Этого ничего не вывешено. Как ненадлежащая услуга, значит, можно будет этот контракт разорвать. Значит, мы сейчас фиксируем нарушение. Частный охранник обязан вежливо обращаться с посетителями и знать общую информацию об объектах охраны. То есть, понимаем, да? С нами очень невежливо общаются. Здесь тоже вот все очень четко сказано. Также смотрим те нарушения, которые мы зафиксировали. Время непрерывного нахождения на постах определяется с учетом климатических и погодных условий. Не должно превышать на внутренних постах 6 часов, да? А они сидят 2 недели, 14 суток без прерыва. Общая продолжительность пребывания частного охранника на посту охраны должна быть при суточном графике дежурства не менее 18 часов и не более 20 часов. Частному охраннику запрещается покидать пост охраны для приема пищи, отправления естественных надобностей и других необходимых случаев. Частный охранник может покидать пост охраны только после его замены другим частным охранником. Это тоже ничего не делается. И тут написано, курение запрещено. Несение частным охранником дежурства на объекте охраны более 24 без смены, это тоже запрещено. Это как нарушение считается. Некорректное обращение частного охранника с посетителями. На нас вызываются постоянно ложные вызовы. Значит, курение частного охранника во время несения службы тоже запрещено, у нас зафиксировано. Проживание частного охранника на объекте охраны. Значит, в 18-м кабинете проживают охранники, даже разнополые. Ну, у них нет возможности ни помыться, ни искупаться, ни сменить одежду. Ну, вот это документ, на основании которого ГБУ «Жилищник» платит из наших денежных средств, которые мы ему платим, он платит вот 9 миллионов этим охранникам. В случае оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового режима пропускного режима посетителя объекта охраны должны быть проинформированы об этом посредством размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время до входа на охраняемую территорию. Такая информация должна содержать сведения об условиях внутриобъектового режима и пропускного режима. То есть это никакая не секретная информация, как они врут прокурору. Значит, они вводят прокурора в, как это назвать, влетело слово. Обманывают.
И мы вынуждены писать дополнительные жалобы, пока не буду говорить куда. Ну, надеюсь, я донес информацию четко, опираясь на документы, и будем писать жалобы.